Кто? Послышал? Скажи. Суру инглиш, кто с вами? Маша Филиш. А где? Суру инглиш. Кто я? Кто я? Но инглиш, Раша. Слышал, кто? Кто я? Степа. Друг. Папа, друг. Но инглиш. Раша, биг порыв. Вся команда в полном составе, буквально через минуту начнется тренировка, но мы успели. Помните, что в прошлом эфире сказал Тимофей Калачев? Понятно, что если команда выигрывает, и все довольны, все рады, все общаются, настроение у всех хорошее, и если команда выигрывает, то значит до следующей игры все идеально, все хорошо. Выигрываете, потом всю неделю вся команда любит друг друга. Это правда, это правда. Я надеялся, что с этой победой мы покажем, что у нас... менталитет команды изменяется, что у нас не будет менталитет маленькой команды, что мы это не будем праздновать месяц, как обычно было, бывало это здесь, что мы с этой хорошей самоотдачей, которую показали на игре со Спартаком, можем в таком же духе проблема так играть, и что-то сохранение, это все, что было хорошо на этой игре, и что будет у нас поспокойнее ситуация на таблице, что в конце чемпионата можно уже поспокойнее играть. Да. Скажите, вы вот как вратарь, капитан команды, защитная линия вас устраивает? Да, да. Я могу сказать, что я верю в своих ребят. Какие были они, может кто-то считает их не так сильных, но они для меня самые лучшие. И я их... мы как сейчас находимся в такой непростой ситуации, им сейчас нужна поддержка как со стороны моей, со стороны тренера, а так, я думаю, и с руководства, и с болельщиков. Много молодых ребят, которые играют... первый сезон в премьер-лиге, так Сулу и Дяку, да, в принципе, это их не первые годы, что стали основными игроками, да. И, конечно, надо поддерживать, у них есть большой потенциал, но, конечно, как нам с ним, так и им надо еще больше, больше, еще лучше тренироваться, чтобы стали игроки высокого уровня. Почему срабатывает как бы такая формула? Слабее команда, хуже игра, сильнее команда лучше. Ну, потому что это очень простой ответ. Потому что с этими командами, которые гранды, да, русского футбола, нам, по-моему, по моему взгляду, легче играть. Это уже показалось в прошлом, в зимнем, когда зимой играли против этих больших команд, и сейчас тоже. С Динамо тоже провели неплохую игру, там было несколько контратака хорошие, которые должны были заканчивать либо с ударом, или дай бог с голами, но не успели. Но сейчас со Спартаком тоже показалось, что когда играешь с грандами, у нас есть хорошее качество, что мы можем посидеться чуть-чуть в оборону и на контратаках хорошо играть. Но когда играешь со слабыми командами, тогда придется атаковать первым номером, и это придется иногда очень тяжело, специально когда играешь домой, как это с игра с Волгой, и иногда это очень часто, с сожалением, не получается, но есть над чем работать, это хорошо. Но... Хорошо, когда не такое место в турнирной таблице. Да, да. Ну, я как сказал, уже я думаю, ребята с ними показали, что можем играть на таком хорошем уровне с такой самоотдачей, которая одна, я думаю, даже причина номер один.
что ты чего-то можешь добиться в российском чемпионате, да. И и коллектив, конечно, хорошая атмосфера внутри коллектива, и сейчас я надеюсь, что это все сложится у нас, и что сейчас это следующий игрок против этих лидеров, которые играем, будем еще больше набирать очков. Вы смотрели «Рубин» вот с... Рассмотрел «Рубин», смотрю уже. По-моему, на мой взгляд, это тактически самая сильная команда русского чемпионата, самая сильнейшая. Их тренер Бердиев, я думаю, очень-очень-очень хорошо работает. Но наш шанс – это игра у них, что у них игра в четверг, игра с Челси, где они, я думаю, отдают своих сил. У них так, не могу сказать, что так хороший, но и тоже неплохой результат. Если забьют первый гол, они могут даже и добиться и успеха, и пройти дальше. Но я думаю, что они там будут после этой игры и эмоционально, и физически. Я надеюсь, да, во-первых, что будут физически и эмоционально устали, что мы будем и с ними этим использоваться. Скажите, вы вот внутри себя стоите за сборную свою и за клуб с одинаковым чувством? Да, да. У меня, я давно себе сказал, что у меня и даже каждая тренировка должна быть с одинаковым чувством. Должен любить это, что работаешь, должен оправдывать эти деньги, которые заработаешь, которые, какая ситуация сегодня везде в мире, не просто должен это оправдывать и должен уважать этот. И так что нету, это просто самая красивая работа, я повторяюсь, это придешь сегодня, работаешь 2 часа, и ты опять едешь домой, и это 2 часа надо отрабатывать как надо, на максимум, и только так можешь усиливать свой характер и себя как футболиста. Жена отпускает еще в Россию? Да. Жена, слава богу, все хорошо, сын хорошо, и он здесь со мной, и это для меня очень большое значение. Иногда, конечно, тяжело, придется им летать туда-сюда, но это все мелочи. Победа над «Спартаком» – это не шуточное дело, тем более в том положении, в каком находилась наша команда до этой игры. 13-е место, уныние, видимо, в душах болельщиков, в сердцах футболистов. Собрались, сделали то, что нужно было сделать. И я, и вся оборона нашей «Степи» сыграли достаточно хорошо. А вот эта связка вратарь и защита, она работает иногда хорошо, иногда никак. Почему? Ну, не знаю. В принципе, мы все команды, и нападающие, и полузащитники тоже обороняются. Сложно сказать. Ни одна команда, ни один футболист не играет без ошибок. Все допускают ошибки, и поэтому команда «Ростов» тоже не святая, мы тоже допускаем ошибки. Бывают, конечно, не приводят к положительному результату. Но в игре со «Спартаком» такого не было. Сыграли хорошо, 1-0 выиграли. Ну, не успокоились хотя бы? Ну, нет, конечно, в эйфорию не впадаем. Сейчас еще осталось 7 игр. Так что кубок плюс еще. Надо сохранять ту игру, тот настрой, который был у нас сейчас, и переносить ее на последующий матч. Твой личный настрой на каждый матч? Вот бывает, настроение есть играть, настроение не очень играть? Да нет, в принципе, на игры всегда настроение есть хорошее играть, потому что от футбола получаю удовольствие. Тем более игра со «Спартаком», полный стадион, родители приехали, друзья, жена, и все как-то подстегивает. Так что утроенное, наверное, даже желание играть, тем более «Спартак» – это раздражитель. Так что пусть даже «Спартак», пусть «Волга» соперник, но за себя могу сказать то, что всегда выхожу и всегда хочу играть, потому что надо стремиться к большему. Сборная России, какие-то топ-клубы, и надо идти и стараться наверх, не останавливаться никогда на достигнутом. Судя по последней игре, настрой был у нас вообще запредельный. И все игроки интервью давали, и между собой мы общались, что главное – настрой. И как говорит нам тренер, президент, все руководство, главное – покажите, навяжите борьбу,
покажите желание. Ну, с этим проблем у нас не возникло в последней игре. Я думаю, с Рубином будет то же самое. Мы ничего такого много не сделали в этой сезоне, так что хорошо, когда выигрываешь команды, как «Спартак», это хорошо психологически, может поднимать команду, но у нас очень сложные игры впереди, так что забрали 3 очка, нормально, надо быть доволен, но я сейчас боюсь, как мы будем играть эти игры, которые перед нами. Вы выделили Кангу в интервью, да? Да. Ну, Канга, Дяков, Платикоса, там я не люблю видеть никого. Вся команда борилась, это самое главное. Потому что у нас всегда бывают какие-то провальные игры, когда просто как выглядит, как нам все равно. Но эту игру все игроки бились, так что трудно кого делить. Отчего не разбирались, бывает, что выглядит как будто все равно? Не знаю, думаю, что поэтому, что, может быть, у нас не было в этом году шансов зацепиться за что-то большое. Так что сейчас посмотрим, эта игра с Тереком на кубок будет для нас очень важна. И посмотрим, как эту игру сыграем. Сколько времени вы тратите на подготовку к тренировке? К тренировке? Ну, немного. Только мне... Всегда час до тренировки доктор должен сказать, кто может работать, кто не может, чтобы я знал и поставить это на бумагу. Сегодня все могут? Сегодня у нас не могут все. Там по каким-то причинам нету 5-6 игроков. Лазович и Николич, они в Белграде должны получить рабочую визу за Россию. Кириченко, Иванов в Москве, они должны пройти какое-то медобследование. Кисенков и Ксулу жалуются на травмы, так что 6 игроков не будет. И не будет с Рубином? Нет, нет, это только сегодня. Полегчало? Чуть-чуть нормально, турнирное положение у нас улучшилось, но я говорю, что мы ничего не сделали, так что... Хорошо, человек должен быть доволен. И всегда после игры не надо много жаловать, но не надо много не отмечать. Так что надо готовиться за следующую. Футбол такой спорт, что только следующая смотрится.